Наверное, закончить цикл лекций о связи зависимости и базальной тревоги, экзистенциальной человеческой тревоги, меня заставил в первую очередь вопрос по скайпу одного из участников наших семинаров. К сожалению, я даже не успел понять, кого именно. Но тем не менее, в самом конце прошлого семинара меня спросили, что же получается, что страх является главным движителем человеческой жизни? А как же любовь? И где во всей этой схеме находится любовь? И вообще, что она такое? И тогда я понял, что, наверное, некоторую систему мыслей, которую мы обсуждали на всем цикле моих семинаров, имеет смысл привести в некоторую систему, что ли. Хотел я попробовать еще раз нарисовать всю ту же самую схему, только немножко по-другому. И толкает меня к этому еще один мотив. Ну, не далее, чем позавчера, Евгений Алексеевич Брюн, главный нарколог России, сообщил, что проблема селфи, то есть фотографирование самих себя и размещение себя в Инстаграме, приобретает такой размах и характер, что скоро появится в списке зависимостей. Не надо ни на минуту забывать, что список зависимостей в нашей стране – это, с точки зрения Евгения Алексеевича, фактически список психозов. То есть, на самом деле, насмерть испуганные родители, так, видимо, рассчитывают сегодня наркологи, увидев, что их чадо 10 раз в день щелкает самого себя на переднюю камеру какого-нибудь гаджета, немедленно поволокут их лечиться к врачу-наркологу. Надо сказать, что мало того, что эта история для меня все время, кажется мне опасной, потому что скорая склонность к самофотографированию, эти самые селфи, мы будем считать безумием и лечить психотропными препаратами. Не думаю, правда, что от этого в стране станет интереснее и ярче жить молодежи. Но самое главное, что мне кажется, что такие заявления, ну, например, о селфи как психической болезни, об участии в компьютерных сетях как о психической болезни, они предполагают, что наши коллеги, к сожалению, совершенно не задумываются о том, как устроена душа человеческая. Или психика, психе, так называл этот орган Фрейд, который считал его совершенно отдельным от мозгового субстрата, живущим по своим отдельным законам, которые глубинная психология, собственно, всегда и пыталась описывать. Вот для того, чтобы попробовать все это понять, в том числе и зачем нужны человеку эти самые селфи, хотя бы в теоретическом ракурсе, мы с вами сегодня и попробуем поговорить. Чего я хотел сделать? Я хотел изобразить все то же самое «я». Мы с вами на нескольких лекциях говорили о том, что самое страшное для человеческого «я» – это чувство неопределенности. Мы называли это чувство неопределенности первичным страхом по Оторангу. Мы говорили о базальной тревоге, об экзистенциальной тревоге. Наконец, мы не упоминали этого термина о комплексе неполноценности или комплексе неполноты, такой перевод будет точнее, о котором говорил Альфред Адлер, создатель индивидуальной психологии. В общем, суть переживаний младенца, только что появившегося на свет, одна.
Он находился внутри матери, в некоторой стабильной относительно среде. Среде с устойчивым гомеостазом, среде, которая выполняла все желания его организма. Ну, если ему хотелось влаги, он получал влагу. Если белка, он получал должное количество белка. В некоторый момент времени X он оказался в мире, который невероятно, даже в рамках той самой родовой палаты, больше, чем мир, в котором он находился внутри матери. Это вызывает базальный страх, первичный страх, который потом является моделью всех остальных страхов. И человек пронесет его через всю жизнь в виде неуверенности в себе, в виде неуверенности в своих взаимоотношениях с внешним миром. Я пытался несколько раз на лекциях сообщить, что все, что мы называем зависимостью, так или иначе связано с борьбой с этим страхом или с этой тревогой. И только с ней. Ну, давайте вместе подумаем, какие формы борьбы мы знаем. Ну, например, наверное, на максимальном удалении от «я», где-то тут, в пространстве социума, лежит работа. Это некоторая постоянная опора в жизни, которая, ну, которую именовать какой-либо зависимостью довольно трудно. Но на самом деле пару десятилетий тому назад появилось понятие трудоголик или работоголик. Появилось оно во всем мире, и связано оно было с принципиальным изменением формы культуры как таковой. В строгом смысле этого слова, когда в романе братьев Стругацких «Понедельник» начинается в субботу, люди ходили на работу, потому что это был смысл их жизни, потому что они там творили чудеса. Они там хотели открыть что-то новое. Они каждый день сталкивались с неизвестным. Так вот, в какой-то момент общество потребления пришло к выводу, что такая работа бессмысленна. Почему? Ну, потому что человек, который работает таким образом на работе, минимально заинтересован в потреблении. Всего чего угодно. Начиная от водки и кончая штанами. Ученый, исследователь, создатель нового бизнеса, художник, поэт, писатель настолько увлечены своим делом, что, может быть, имеет смысл объявить их больными. Зависимостью, работоголиками. Почему? Ну, потому что на самом деле в этом обществе человек должен работать исключительно ради того, чтобы заработать себе средства на вечерний досуг и, соответственно, на потребление. Такая работа невыгодна, и поэтому объявляется зависимостью. Поскольку смыслом жизни оказывается досуг или потребление тех товаров, которые данная культура досугом называет. А как это ни странно? Когда это произошло, возник некий прямо противоположный процесс. Этот прямо противоположный процесс стал
заключаться в том, что у людей действительно стала развиваться зависимость от работы. Ну, правда, человека, который искренне увлечен своей работой, очень трудно назвать больным или зависимым, поскольку мы не очень можем с вами претендовать на лечение увлеченности. Мы отчасти даже этим людям завидуем. Почему? Ну, потому что то, о чем писали Стругацкие, их ничего, ни чародейства и волшебства, и увлеченность магов работой в этом институте, на самом деле была любовью. Они любили свою работу, любили те тайны, с которыми они сталкивались, любили даже те опасности, которые эта работа им приносила. А как только этот слой увлеченности был выведен из моды, в моду вошла отработка, правда? Неинтересная работа. Присутствие на работе и выполнение обязанностей, которые предписаны вышестоящим начальством, ради зарабатывания соответствующей заработной платы для проведения досуга. И тут-то появились болезненные проблемы, связанные с работой. Так называемый офисный синдром. Эмоциональное выгорание, выхолащивание офисного работника. Огромное количество всяких искусственных методов, которые компании предлагали для того, чтобы этого работника всячески веселить и развлекать в рабочее время, для того, чтобы создать хотя бы какую-то модель этой увлеченности, групповой сплоченности. Как только мода убрала из работы увлеченность, она превратила ее в зависимость, в навязчивое состояние, в болезненную зависимость. Потому что человек, работающий, а не увлеченно трудящийся, на самом деле сам искусственно ограничивает себя, сферу своих интересов, сферу своего ума. Он вынужден это сделать. И тогда работа становится болезнью, мучением, которое нужно, чтобы побыстрее закончилось, для того, чтобы перейти к подлинной жизни. Не и это работа вне ничего в состоянии увлеченности, а это работа выхолощенная, лишенная внутреннего смысла, формирует самую настоящую зависимость. Ну, сфера работы находится максимально далеко от сферы человеческого «я». Что находится к ней немного ближе? Немного ближе к ней находится сегодня, наверное, виртуальный мир. Компьютерная сфера. Та самая сфера, которая сегодня решает, которая сегодня вызывает максимальные подозрения у врачей, как некая сфера вирулентная. Компьютерная зависимость рассматривается почти так же, как зависимость химическая, почти так же, как наркотики.
Вот есть опасный враг. Этот опасный враг называется компанией Microsoft, там еще несколькими крупнейшими компаниями на рынке. Но дело даже не в этом. Дело в том, что родители и наркологи, одни из бытовой точки зрения, другие с точки зрения псевдомедицинской, считают, что компьютерное пространство – это пространство, вызывающее зависимость. Почти шизофрения. Патологический синдром. Можно сказать, стоит посмотреть в экран компьютера, и ваш ребенок заболел. Стоит взять в руки компьютерную приставку, ну, как когда-то было с сильнодействующими наркотиками. Один раз укололся, и ты наркоман. На самом деле, и в этой сфере тоже, есть как бы некоторые абсолютно принципиальные вещи. А именно, ну я же, в том числе и я лично, я же имею отношение к этому самому виртуальному миру. Ну имею. То видео, которое вы смотрите, появится только там и нигде больше. Я веду там сайт. Я отвечаю там на вопросы. Более того, я в этом пространстве, в общем-то, пишу книги. В чем разница? Или, может быть, мое отношение к виртуальному пространству, это и есть зависимость? Ну, я же в результате много времени и рабочего, и нерабочего провожу за компьютером, правда? Разница опять ровно, обратите внимание, вот в этой самой увлеченности. Я выделяю виртуальный слой, потому что если к этому кругу виртуальному я добавляю искреннюю увлеченность чем-нибудь, то виртуальный мир для меня превращается в очень удобный инструмент, от которого я скорее устаю, поскольку он служит мне источником информации для моей собственной, для моего собственного творчества, для моей собственной увлеченности. Это на самом деле совсем несложно понять. Если я готовлюсь в интернете к сдаче ЕГЭ, единого государственного экзамена, то я увлечен или мне нужно именно это. Компьютерное пространство служит неким моим шагам в реальности. Оно служит для меня инструментом. И никакой зависимости не вызовет. Зато оно вызовет... Я не люблю слово «зависимость», предпочитаю слово «навязчивость». Оно вызовет навязчивость, если я исключу вот эту пунктирную линию, вот эту самую свою любовь или свою увлеченность чем-то, находящимся во внешнем мире. И если я попробую ограничить свой мир миром виртуальным, тут легко понять вторую характеристику этой самой проблемы ограничения или зависимости. Дело в том, что на самом деле работа, которая действительно способна вызвать болезненную зависимость, это работа, требующая от меня только послушания.
не требующая от меня никаких способностей, а требующая только исключительно того, что я называю, что сейчас называют исполнительностью, главной ценностью работника. Я тем самым превращаюсь в автомат по исполнению каких-то определенных действий. Меня, собственно, моей личности в этой истории нет. Но по сути своей такая работа с точки зрения интеллектуальных и эмоциональных затрат гораздо проще, чем работа, требующая моей вовлеченности, чем работа в научно-исследовательском институте чародейства и волшебства. Точно так же происходит и в виртуальном мире. Если он объявлен мной не чем-то самодостаточным, если у моего существования в виртуальном мире нет никакого смысла в реальности, если я не пытаюсь расширить его на реальность, я использую его для того, чтобы прятаться от этой самой реальности. Ну, я надеюсь, что это понятно. Я считаю, исходя из начального страха, реальность как минимум непонятной. Там слишком высока степень неопределенности. В игре эта степень неопределенности минимальна, хотя бы по той простой причине, что игру за меня написал кто-то другой. У меня есть запас жизни и некое, по крайней мере, одно заведомое условие. Эту игру в любом случае можно выиграть, или ее уровни можно пройти, или поставленная задача исполнима. Почему? Ну, потому что она выполнена кем-то, кто является богом игры и называется программистом. Смотрите, вот эту возможность моей увлеченности чем-то в реальности ограничивает, сужает существование, ну, например, как компьютерной игры, как единственного смысла человеческой жизни. Зачем нужны простые формы поведения? Да? Кем ты хочешь работать? Да я никем не хочу работать, я хочу просто работать, чтобы деньги платили. Зачем ты играешь на компьютере? А нравится мне играть на компьютере. Это способы борьбы с той неопределенностью, которая лежит за пределом конкретного ограниченного круга. А что мы можем рассмотреть еще? Ну, мы можем попробовать сюда же, к виртуальности, прибавить селфи, да? Раз уж о них вдруг зашла речь. Я все время пытаюсь сказать, в некотором смысле, первыми, кто вспоминаются, как самые известные специалисты по селфи в мировой истории, но мне лично в первую очередь вспоминаются Рембрандт и Ван Гог. Они, наверное, написали автопортретов больше, чем любые другие художники. А вообще селфи – это всего-навсего автопортрет. Автопортрет, ну, сделанный камерой на длинном выдвижном штативе или нет. Есть ли какой-то внутренний смысл в автопортрете вообще? Вот Ван Гог и Рембрандт, они рисовали
их просто так или нет? Ну, конечно, нет. Вообще, это огромная часть познания себя. Я в зеркале. Очень сложно. И я помню, что когда в моей юности совершилось чудо, и появились первые видеомагнитофоны и видеокамеры, и когда у нас в детстве были какие-то очень такие примитивные кинокамеры, у меня в семье их не было, они были достаточно дорогие, то очень было какое-то странное ощущение, когда ты, ну, молодым, конечно, но зрелым человеком, первый раз видел себя со стороны в движении, себя, снятого неожиданно. Вселенную можно увидеть в другом человеке, можно увидеть ее в себе. Вся проблема заключается в том, что автопортрет Рембрандта или Ван Гога – это искусство. Ну, правда, искусство, большое искусство. Смотреть это искусство, понимать это искусство – я уж не говорю, рисовать его, нужно учиться. Автопортреты, фотографии, как говорят, это особо трудное дело, потому что невероятно сложно поймать того себя, которого ты хочешь увидеть или показать. А селфи – это просто. Именно поэтому это не автопортрет, это селфи. И это самый простой способ заявить о себе, даже не задумываясь о том, что ты из себя представляешь. Так появляется один из главных механизмов навязчивости. Вот ведь интересно, как сделать селфи, снять самого себя или саму себя, и при этом не задуматься о себе, о своем характере, личности, о проблемах, одиночестве, боли. Это очень просто. Чтобы не задумываться, надо снять себя 100 раз в день. Тогда процесс подменит собой смысл. Ну, над одной своей фотографией, которую фотохудожник делает с камерой, ну, я не знаю, наверное, целый день, а потом еще монтирует, выбирает, ретуширует. Еще, наверное, месяц. Это мучительный труд, потому что это честный взгляд на самого себя. Невозможно, не бывает ничего труднее. Для того, чтобы не заметить в себе ничего и о себе не задумываться, нужно сделать 100, 1000, миллион фотографий. И тогда точно ты не сможешь задуматься над каждой. Ну, просто не сможешь физически. Точно так же существует, точно такой же ответ существует везде. Вы знаете, наверное, да? Ну, вот, я не удовлетворен работой. Надо больше работать. Обычно отвечают на этот вопрос. У меня что-то не получается в молитве. Ну вот, надо больше молиться. И тогда еще ближе к этому самому я.
Это вера. Я не думаю, что сегодня кому-то нужно объяснять, что вера бывает навязчивостью, ну или, если выражаться модным сегодня языком, зависимостью. Когда вера становится зависимостью, навязчивостью, на грани с психическим заболеванием? Ну тогда, когда она воспринимается человеком как суеверие. То есть, как в прямом смысле этого слова, лекарство от страха. Человек приходит в общину, потому что он никак, от слабости, потому что он никак не может справиться с внешним миром, и он хочет получить, на самом деле, как на работе, какую-то систему правил, для того, чтобы быть ближе к Господу Богу, и чтобы Господь Бог его защищал. Ради этого он готов выполнять какие-то правила церковной общины. Так попадают люди в церковь, так попадают они в секты, конечно, всевозможные, которые никак из проблемы зависимости вырваться не удастся. Что здесь происходит? Вера выхолащивается. Она становится ритуалом, набором определенных движений, поклонов, повторения молитв. Ну, в общем, заставить дурака Богу молиться, он и Бог лоб разобьет. Это напрямую об этом. И тут уже становится более понятным, что никакого отношения к любви к Богу это самое вера не имеет. Хотя слово у нее будет, к ней будет относиться по-прежнему то же самое. Мы такого человека назовем верующим и даже глубоко верующим. Но и этого мало, потому что есть ли какие-то вещи сегодня, давайте так говорить, расположенные к нашему «я» еще ближе, чем вера? Есть. Это наркотики и психотропные лекарства. В силу того, что это самый простой способ избавиться от тревоги. Этот способ или от страха, этот способ основан на вере в волшебную палочку, свойственной нам всем. Ну, тревожно, в жизни что-то не получается, все неопределенно, не могу спать. Что делать? Прими таблеточку, скажет любящий сосед. В сущности, он произведет ровно то же самое действие, что и наркотик. Вместо того, чтобы понять, что же все-таки с человеком не так, он прибегает к анестезии своих чувств. Чувства бывают разные. Вещества по своему действию химическому тоже очень разные. А по сути это будет нечто практически одно и то же. Почему? Ну, потому что, наверное, любовь к лекарствам, к психотропным, сейчас говорю я лекарствам, психоактивным, сужает и ограничивает человека в большей степени, чем любые другие сферы, о которых мы только что говорили.
по сути действия лекарства и есть ограничение. Человек ограничивает свое восприятие и за счет этого пытается преодолеть какие-то свои беды, страхи и расстройства. Для того, чтобы просто закончить эту печальную спираль, я попробую еще сказать, что совсем близко к человеческому «я» лежат те самые страхи, фобии и панические атаки, которые на сегодня в столь большой моде. Я не буду погружаться в эту тему глубоко, поскольку, конечно, тема огромная. Я хочу только, чтобы вы обратили внимание, что то, что сегодня называют панической атакой, на самом деле является лекарством от тревоги, способом адаптации, способом преодоления диффузной тревоги. В жизни обычного человека нет ничего страшнее неопределенности, пытался я сказать. Страх определенный. Страх, в отличие от этой мучающей, непонятно откуда идущей тревоги, конкретный. Страх – это ограничение и сужение тревоги. Я не могу выходить на работу, у меня в переходе начинаются панические атаки. Это означает, что по мере приближения к работе даме, говорящей эти слова, становится так страшно, что в некоторый момент завязанный, ну давайте скажем так, на определенные переживания, на определенные детские переживания, она испытывает конкретный страх. Кто-то в машине, кто-то в переходе, кто-то на открытых пространствах, кто-то в лифте. Не стану, опять же, перечислять все фобии, которые описаны в учебнике. Однако, хочу сказать, что страх – это ограничение вот этой самой инфантильной младенческой тревоги. Он позволяет бояться чего-то конкретного, потому что если я боюсь чего-то конкретного, я могу с ним бороться. Но если я артист или лектор, я уже приводил этот пример, если я боюсь аудитории вообще, то есть, входя в аудиторию, я начинаю испытывать тревогу, что не справлюсь с поставленной задачей, то бороться с этим я могу только выйдя из этой аудитории, то есть не выполнив задачи. А вот если я считаю, что... Я испытываю тревогу, потому что в зале сидит один конкретно неприятный мне человек, то, наверное, я могу найти способ каким-то образом вывести его из зала, или попросить выйти, или попросить сотрудников, да, каким-то образом убедить его покинуть зал. В общем, тогда я уже как-то могу с этим ощущением бороться. Откуда берется этот механизм? Я думаю, что, как и все остальные механизмы, он берется от Бога или из той точки неведомого происхождения разума, из которой вообще берется человеческий разум. И я более того, я думаю, что этот механизм биологический, он имеет отношение к индивидуальности. Дело в том, что индивидуальность – это по определению система ограничений. Я – это человек, который работает там-то, посещает такие-то социальные сети, боится того-то. Забыл, но сейчас соберемся.
и верят в такого-то Бога. Если нету этой системы ограничений, то я никаким образом не могу определить себя как личность. Если я все эти ограничения сбрасываю, я, по всей видимости, становлюсь буддийским просветленным. В некотором нашем постоянном привычном понимании этого слова у меня вообще нет «я». А если у меня «я» есть, то оно состоит из этих ограничений большей или меньшей жесткости. А о чем я забыл? Ну, конечно, забыл, и мы, может быть, сможем что-то понять, если я попытаюсь поговорить о любви. В некотором смысле гендерная любовь, любовь пары, наверное, еще более свойственная всем людям чувство, чем поиск работы. Ну, по крайней мере, да, есть довольно много людей, которые принципиально не работают. В общем-то, обоего пола, больше женщин пока. Но практически все так или иначе любят. Может быть, любовь быть лекарством от страха? Ну, конечно, может. Хотя и будет называться по-прежнему тем же словом. Я думаю, что всякие разные современные сегодняшние механизмы типа «тебе уже 25, а ты все еще не замужем» — это на самом деле намек на то, что девушке нужно, в том числе, конечно, не только культурально обусловленные вещи, но и намек на то, что девушке нужно лекарство от страха, что она сама не справится жизни во внешнем мире, что ей обязательно нужен партнер, который будет ее содержать, поддерживать, защищать и так далее, и так далее, и тому подобное. Легко понять, правда, что такого рода совет к любви не имеет никакого отношения. И вместе с тем, в действительности найти любовь или вступить в брак не от страха, а по любви — дело очень-очень непростое. Почти невозможное. Сейчас попробую объяснить почему. Дело в том, что мужчины ведь тоже очень часто женятся, потому что так надо, потому что они не могут справиться с окружающей действительностью. Сколько мне приходилось слышать: ну, надоело, надо жениться, потому что надоело пить и бегать по бабам. Как-то разбрасываешься, ни на чем сосредоточиться не можешь, жизнью перестаешь справляться, потому что на всех не хватает. И получается, что, наверное, огромное большинство тех отношений, в которые мы сегодня вступаем, это отношения двух лекарств от страха, а не отношения любви. Какое имеет отношение страх к любви и вообще что такое любовь? Я всегда считал, что человек во всех отношениях и во всех проявлениях своих глубоко двойственен, потому что он двуприроден. Я всегда считал,
что человеком идет две, ведут две энергии, его душой, его психикой ведут две энергии. Энергии эти разные. Одну из них, которую я называю энергией ограничения или энергией борьбы со страхом. Фрейд называл мортида влечением к смерти. Почему? Ну, потому что, если вы задумаетесь, то поймете, что любое ограничение, потому и становится так похоже на болезнь, потому что в определенном смысле личность в нем умирает. Ну, если я целыми днями играю в компьютерную игру, я для внешнего мира становлюсь как бы мертвым. В том числе для женщин и мужчин. Если я раз за разом повторяю одно и то же действие на работе, все остальные мои жизненные проявления как бы выключены, меня нет. Для большей части мира я мертв. Это, изучая навязчивое состояние, Фрейд пришел к выводу о том, что кроме либидо у души и у психики существует еще одна энергия. Что кроме либидо, извините, у души и у психики существует еще одна энергия. Вот это самое мортида. Другие авторам, следом за Фрейдом, говорили об эросе и танатосе. Танатос – это энергия самоограничения. Это движение по кругу, из которого ничего не выплескивается наружу. Это навязчивость или зависимость. А эрос – это всегда существующее вместе с ней вот этот второй слой – энергия расширения. Одна, если брать от сплошных полос, сужает я в точку, сводя его к элементарному, простому, элементарному действию. А другая, если соединять вместе вот эти пунктирные линии, стремится я расширить. Почему всегда, почему так часто у людей побеждает энергия ограничения? Потому что любовь нарисована или увлеченность нарисована пунктирными линиями. Потому что любовь, в отличие от зависимости, всегда зовет в сферу неопределенности. Человек, которого ты любишь, становится бесконечностью. И поэтому над ним невозможно властвовать. Про него невозможно сказать ничего определенного, ничего окончательного. Им невозможно дергать за веревочки. Его можно только любить. Как только мы оказываемся в сфере любви, мы оказываемся в сфере неопределенности, и тревога повышается. С этим знакомы все, кто когда-либо пытался помочь наркоманам. Проблема не в том, что они не могут отказаться от своих веществ. Проблема в том, что все остальное, включая сюда любовь и отношения между людьми, оказывается слишком неопределенным, они там болтаются, им нужно находить свои пути. И если эти пути мы не обсуждаем, человек возвращается к привычному. Любовь к другому человеку не всегда, далеко не всегда означает секс. И поэтому любви можно учиться в реальных группах, а не только в реальных отношениях. Дело в том, что
наша легендарная программа на ТНТ, которая называется «Теперь город любви». Никакого отношения к любви не имеет. Это город невротических лекарств от страха, предложил бы я назвать эту программу. Можно научиться любить любую работу, найдя в ней смысл. Можно научиться любить людей и помогать им с помощью виртуального пространства. Но для этого надо учиться расширяться. А мы сейчас, например, когда занимаемся реабилитацией все тех же наркоманов, пытаемся их ограничить. Вот существует системная главная ошибка. Она заключается в том, что мы как бы пытаемся все время вместо одного ограничения создать другое. И считаем, что мы человека вылечили. А на самом деле его можно вылечить, только научив его любить, расширяться. Вот раз у человека есть отдельное тело, и он биологически так устроен, что он животное не совсем стадное, он не термит и не муравей, то это означает, что некоторую систему ограничений он найдет сам. Просто потому, что у него отдельное тело, отдельный организм, отдельная голова, отдельная душа. А мы с вами, и это единственная на самом деле задача, должны объяснить, чем одно отличается от другого. Мы должны научить его любить, только тогда он будет свободен от зависимости. Никаких других способов не существует. Поэтому я так все время смеюсь. Какая разница? Вот здесь он принимал наркотики, а здесь он десятилетиями иногда сидит на психоактивных препаратах. Ну, он стал субъективно получать меньше удовольствия. Доктора довольны. Но в сущности его ограничение осталось тем же самым. Может ли священник научить любить Бога? Может, конечно, если захочет, если почитает русскую великую философию всеединства, то и слова может найти. Однако ограничение проще, естественнее и выгоднее. И паства становится послушной. Что надо, чтобы вылечить наркомана? Ну что надо? Надо сделать его послушным. Надо, чтобы он папу-маму слушался, дяденьку участкового и доктора-нарколога. Но мы же его при этом оставляем абсолютно инфантильным, без всякого развития, если он всех будет слушаться. Но плевать, он же вылечился. Мало ли, что он не способен жить в реальной жизни. Кому какое до этого есть дело? Как можно вылечиться от селфи, если нужно от этого лечиться? Только одним способом. Если вы с детства учите ребенка любить рисование, понимать искусство, если в школе с ним играют, и в том числе он учится чувствовать в младших классах, что такое автопортрет. Уверяю вас, интерес к селфи и сами селфи станут совершенно другими. Потому что примитивному ритуалу селфи можно противопоставить только одно – высокое искусство. А высокое искусство – это селфи плюс любовь к себе. А селфи без любви, без
Искусство самопознания – это лекарство от страха. Я боюсь, что меня не понимает никто и никто не видит. Я боюсь, что в этом мире меня никто не замечает. Вот знаете, вам 100 фотографий в день, только посмотрите на меня. Если лайкните, вообще замечательно. То рембрандтовских автопортретов в день не нарисуешь. Искренний автопортрет даже той же гаджетной техникой, простите меня за масло масляное, не снимешь. Энергия расширения или любовь – это искусство глубины, это искусство видеть единое в безумном многообразии жизненных феноменов. Нам просто самим, раз за разом я это повторяю, нужно учиться об этом говорить. И тогда мы очень во многом увидим не психическую болезнь, а в общем глупость. Отсутствие образования, как сказал бы Карл Юнг, понижение психического уровня наших детей. Но от этого не надо лечить. Это нужно научиться воспитывать. И все рецепты-то, собственно говоря, хорошо известны. Извините за внимание.